Здравствуйте. Тема сегодняшней передачи – астрономия и космонавтика. Научная астрономия началась с открытий в этой области Галилео Галилея. До 1610 года людям не приходило в голову посмотреть через линзы, которые изобретены были значительно раньше. Как вы знаете, микроскоп был изобретен значительно раньше телескопа. Так вот, первый человек, Галилео Галилей, увидел горы на Луне, увидел спутники Юпитера. И так продолжалось до 19 века. К концу 19 века было изобретено много телескопов, но оптика по-настоящему начала развиваться только в нашем 20-м столетии. Американцы еще в 40-х годах уже использовали крупные оптические телескопы. Телескопы зеркальные. Эти телескопы позволяли наблюдать очень удаленные объекты, позволяли видеть планеты совсем по-другому. С 30-х годов 20-го столетия, можно сказать, начинается радиоастрономия. Начинается не вполне ожиданно. Никто не ожидает, что изобретения и опыты американского инженера Янского приведут в дальнейшем к построению крупных радиотелескопов. История радиоастрономии учит оптимизм. Вспомним начало. 1932 год. Молодой инженер Карл Янский показывает обнаруженный им в Млечном пути сильный источник радиоизлучения. Первый радиотелескоп, первое открытие. Грот Ридер, второй этап. С помощью 10-метрового радиотелескопа собственной конструкции он составляет первую радиокарту неба. Не обошлось без казуса. Как-то во время Второй мировой войны английские специалисты, работавшие на радиолокационных установках, вдруг обнаружили на экранах локаторов сильные сигналы, источник которых медленно поднимался с востока. Так обычно шли на Англию фашистские бомбардировщики. Последовал сигнал тревоги, истребители взлетели и возвратились ни с чем. Источником странных сигналов оказалось солнце. Последние 10 лет все наиболее интересные открытия в астрономии связаны с невидимыми радиолучами. И появление этого нового инструмента на Северном Кавказе обещает умножение успеха. Ведь такой чувствительности, диапазона волн, разрешающей способности не имел до сих пор ни один радиотелескоп в мире. Четвертое октября 1957 года. За полтора часа до полуночи.
вряд ли те, кто готовил этот первый космический полет, представляли, как отзовется он в мире. Мечты Циолковского сбылись только в 1957 году. С этого момента космонавтика бурно развивается. Был произведен запуск первого человека. Как вы знаете, это был Юрий Алексеевич Гагарин. Затем женщина-космонавт, тоже впервые в нашей стране, вышла на орбиту. И впервые в нашей стране был произведен выход в открытый космос. Это сделали Леонов, и командир корабля был Беляев. В 60-х годах начались полеты к Луне. И именно этим полетом мы обязаны получением первых фотографий Земли из космоса. А сейчас мы посмотрим фрагмент научно-популярного фильма. Сфотографировать обратную сторону Луны удалось только с помощью космических аппаратов. Впервые в истории это сделала советская автоматическая межпланетная станция «Луна-3» в 1959 году. Эти и многие другие данные были получены благодаря космическим исследованиям Луны. Из всех событий космонавтики, связанных с изучением Луны, можно выделить работу американских астронавтов на Луне, всего 7 экспедиций, 6 из которых были удачными. 3 советские автоматические межпланетные станции, доставившие лунный грунт на Землю. 37 километров прошел луноход-2 за 4 месяца своего существования. Итак, вывод, который был сделан на основании научных данных по исследованию Луны. Все планеты и Луна в частности образовались порядка 5 миллиардов лет назад. На Земле следы ранней стадии эволюции почти полностью уничтожены водой, воздухом, жизнью. И просто время. На поверхности нашей планеты практически нет объектов для изучения первого миллиарда лет эволюции. А на Луне есть. Изучение лунного грунта дало возможность понять процессы, которые происходили на ранней стадии развития планет земной группы. Космические исследования, исследования с помощью космической техники, делятся на два таких этапа, на две отрасли. Это прикладные исследования Земли из космоса, это метеорология, это охрана окружающей среды, это исследование ресурсов, это исследование погодных условий, передача информации, связь. И исследования дальнего космоса, исследования звезд, галактик и изучение на основе того материала, который получают космонавты, исследование уже в земных условиях, обработка информации и исследование тех процессов, которые происходят очень далеко от нас, на расстояниях сотни и миллионы световых лет. Искусственные спутники сообщают все новые сведения о солнечно-земных связях. Выполняя свою обычную работу, они, например, уточнили представление ученых о мощном магнитосферном заслоне Земли. Он закрывает нашу планету от многих вредных излучений, но в то же время мешает наземным приборам исследовать Солнце. Ученые предложили создать космические обсерватории и запустить их на орбиты, выходящие за пределы земной магнитосферы. Спутники с приборами, способными собирать информацию для предсказания солнечных вспышек, времени их появления и длительности. Астрон вышел на орбиту. Необычную орбиту. Он то приближается к Земле на 2000 километров, то удаляется от нее на 200 тысяч. Благодаря этому астрон избавлен от влияния атмосферы и радиационных поясов нашей планеты, от засветки приборов блеском Земли.
четверо суток продолжается каждый виток. По заранее составленной программе ученые указывают станции, куда направить свой взгляд. И глаза Астрона, его телескопы, внимательно рассматривают то, чего мы с Земли увидеть не можем. День за днем, месяц за месяцем, Астрон передает нам радиосигналы, которые на Земле превращаются не в картины звездного неба, а в сухие диаграммы и графики. К возможностям космической связи уже привыкли. Но вот новый этап. Первый радиолокатор на орбите, на спутнике «Космос-1500». Когда возле Антарктиды затерло льдами теплоход Михаил Сомов, этот спутник обнаружил сквозь облака в полярную ночь единственно возможный путь для ледокола «Владивосток», который шел на выручку. В мире пока один такой аппарат. И как знать, не начнет ли от него свой отсчет времени всевидящая космонавтика. Мы в полную меру еще и не представляем цену информации из космоса о нашей планете и используем только малую часть ее. Для обработки этой информации необходимы специальные компьютеры. Их пока мало. Нужно совершенствовать методику обработки. Нужно оперативно доводить эту информацию до потребителей. Американские исследования значительно расширили наше представление о планетах-гигантах, особенно от последней информации, которую мы получили благодаря Маринеру, который 12 лет существовал, 12 лет он двигался к самой удаленной планете в Солнечной системе, это Нептун, а Нептун сейчас находится ближе, чем Плутон. Вы знаете, что плоскость орбиты Плутона наклонена, и то одна планета, то другая бывает ближе к Земле. Сейчас самая дальняя планета – это именно Нептун. И большую информацию мы получили о Нептуне благодаря американским исследованиям. Впрочем, как и о Юпитере, Сатурне, Уране и, как уже было сказано, Нептуне. У всех планет найдено магнитное поле, у всех планет обнаружены кольца. И это только благодаря средствам космонавтики, средствам оптическим и различным приборам, которые располагались на этих аппаратах. Причем сигнал очень слабый, и идет он очень долго. Но на Земле наши службы технические позволяют обрабатывать эту информацию и уже на Земле воссоздавать образы, может быть, в искусственном цвете немножечко, но образы тех дальних границ нашей Солнечной системы, которые не подвластны, естественно, никаким оптическим методам, никаким оптическим измерениям уже и наблюдениям Земли. Вот в чем преимущество космонавтики, преимущество той техники, которая выводит сначала аппарат на ближнюю орбиту вокруг Земли, а потом сообщая вторую космическую скорость и соответствующей коррекции орбиты, позволяет двигаться этим прибором все дальше и дальше, передавать информацию о том веществе, которое находится на самых окраинах Солнечной системы. В 1971 году нашей страной был осуществлен запуск первой орбитальной станции. А совсем недавно, вы знаете, к ней был пристыкован орбитальный комплекс «Мир». Началась космическая вахта. Много экипажей побывало на космической орбите. В ближайшее время, конечно, основное – это развитие челночной системы, развитие, вы знаете, осуществлен уже запуск «Бурана» в нашей стране, космического корабля, который способен выходить за пределы атмосферы, а потом возвращаться назад. Ну и не останется, конечно, без внимания орбитальная служба. Расскажите, пожалуйста, Василий Иванович, об исследованиях планет Солнечной системы, которые происходят в настоящее время. Ну, я должен сказать, что
появление космических аппаратов, оно резко изменило сам характер исследований Солнечной системы. Причем это все произошло за время, так сказать, жизни одного поколения. Я просто сам являюсь тому примером. Я, значит, начинал исследование планет как астроном с телескопом, а теперь я уже много лет к телескопу почти не подходил, и исключительно, почти все мои исследования исключительно велись в последние вот 15 лет, значит, при помощи космических аппаратов. Почему это произошло, я попробую коротко объяснить. Да, ну, в общем, и так понятно. Во-первых, мы выносим при помощи космических аппаратов наши приборы за пределы земной атмосферы. Она больше нам не мешает. Мы теперь можем пользоваться не только окном прозрачности, сравнительно узким, видимым диапазоне, но можем пользоваться любыми длинными волнами, которые нам нужны для планетных исследований. Да, это касается не только планетных исследований, но и любых астрономических исследований внеатмосферных. У планетных, значит, исследований есть своя специфика в этом отношении. Мы не только выносим космические аппараты за атмосферу, но мы можем очень близко подойти к планете на расстоянии, допустим, несколько тысяч километров. Более того, мы можем даже космический аппарат посадить на планету. Ну, собственно говоря, здесь уже... Да, ну почему не на гиганты? Вот аппарат американский «Галилео», который стартовал в прошлом году, он, значит, через несколько лет он прибудет к Юпитеру, и, значит, от него отделится зонд атмосферный, который войдет в атмосферу Юпитера, так же, как вот наши спускаемые аппараты входили в атмосферу Венеры, и будет проводить там прямые исследования. И вот такие вот новые возможности, они, значит, как бы уже отделяют планетные исследования от астрономии, делают это, значит, это направление более широким. В него втягиваются геофизики, геохимики, и создается новый комплекс наук, значит, науки о, значит, планетах Солнечной системы. Так же, как вот уже давно существует комплекс наук о Земле. Геофизика, геохимия, геология. Также возникают вместе, значит, космохимия, планетология, физика планетных атмосфер. Но по-настоящему все это, значит, приобрело хорошую основу только вот с того времени, как начались полеты космических аппаратов к телам Солнечной системы. Вот. Здесь я хочу упомянуть два наших крупных проекта, две космических экспедиции. Это космическую экспедицию «Вега» и космическую экспедицию «Фобос». Судьба их различна. Значит, ну, в том смысле, что экспедицию «Вега» мы можем считать полностью успешной. Все ее, значит, задачи были выполнены, а задачи у нее были непростые. Значит, при помощи одного аппарата исследовать и Венеру, и комету Галлея. А, значит, что касается космической экспедиции «Фобоса», то здесь не все получилось так, как было запланировано. Общим в этих двух экспедициях является их международный статус. В экспедиции «Вега» участвовали 9 стран, а в экспедиции «Фобос», я боюсь даже назвать точное число, это было что-то около 15 или 16. Это, в общем, был новый совершенно шаг, ведь у нас и раньше летали космические аппараты к планетам, было много запусков к Венере, были полеты к Луне, к Марсу. Но они все делались на, так сказать, национальной основе. Участие иностранных ученых иногда было, но, значит, было, в общем, ограничено в единичных экспериментах.
очень важный эксперимент был так называемый небесно-механический. Это траекторное измерение траектории точнее аппарата, когда он находился вблизи Фобоса. Они позволили уточнить массу Фобоса, а в сочетании с размерами это дало и новые, более точные значения плотности Фобоса. Значит, оказалось, что плотность Фобоса несколько ниже, чем предполагалось раньше, и, в общем, она меньше, чем плотность любого метеоритного, значит, материала, который мы имеем на Земле. Отсюда можно заключить, что либо, значит, имеется значительное количество льда в, значит, внутри Фобоса, либо имеются какие-то пустоты. В общем, тут возникает, так сказать, новое, да. Вот здесь вот имеется новое качество информации. Значит, новое качество информации также было получено путем спектроскопических исследований Фобоса. Значит, дело в том, что спектры позволяют, спектры отражения, значит, горных пород, они позволяют судить об их природе, они зависят от того, из чего состоит эта горная порода. Горная порода, минерал. Значит, характерные спектры отражения имеют метеориты различных типов. Значит, и вот раньше предполагалось, что аналогом материала Фобоса являются так называемые углистые хондриты. Это древнейший метеоритный материал, значит, очень темного цвета и с низкой отражательной способностью. Но вот зависимость, да, но вот зависимость отражательной способности от длины волны, как выяснилось на основании вот спектроскопии, проведенной, значит, впервые с борта космического аппарата Фобос-2, казалось, что имеются довольно серьезные отличия от вот спектров этих материалов. Ну вот, это про Фобос. Я бы хотел сказать, вот программа исследований Луны, у нас была такая последовательно развивающаяся программа, исследования Венеры, целый, значит, ряд аппаратов, которые успешно вот летали на Венеру, начиная с, значит, там, с 67-го года Венера-4, это был первый успешный полет, и последний, значит, был полет, это, значит, Вега, значит, которая высадила, значит, часть, высадилась по посадочные аппараты и аэростаты на Венеру, а, значит, сам аппарат пошел дальше к комете Галлея. Комета Галлея – единственная большая комета, которую мы ожидаем до конца нынешнего столетия. Поэтому снарядить к ней экспедиции решили также Европейское космическое агентство, их аппарат был назван Джотто, и японские ученые, спроектировавшие небольшой зонд планета А. Первое документально зафиксированное в истории человечества появление кометы Галлея вблизи Солнца и Земли относится к 240 году до нашей эры. Только около 300 лет назад 26-летний английский астроном Эдмунд Галлей высказал дерзкое утверждение, что ряд комет, о которых сообщали хроники, это одна и та же комета, которая регулярно раз в 76 лет возвращается к Солнцу, и предсказал, когда ее снова ждать. Сам он не дожил до очередного возвращения кометы, но его прогноз оправдался. Произошло это 13 апреля 1759 года. К настоящему времени известны орбиты около 700 комет. Сообщение ТАСС. В соответствии с программой исследования космического пространства и планет Солнечной системы, 15 декабря 1984 года осуществлен запуск созданной в Советском Союзе автоматической межпланетной станции «Вега-1» космического проекта «Венера-комета Галлея». Через 6 дней с космодрома Байконур стартовала, а затем легла на межпланетную траекторию «Вега-2». Теперь дело за специалистами группы управления. А постановщикам экспериментов оставалось ждать часа своего триумфа. 6 марта было днем особенным. Предстояло увидеть ядро кометы крупным планом. И вот оно появилось. Ядро кометы Галлея, раскрашенное вычислительной машиной во все цвета спектра.
Что готовит космонавтика совсем в самое ближайшее будущее в исследовании космоса, планет Солнечной системы? Сейчас мы готовим экспедицию на Марс, которая будет состоять из нескольких частей. Она будет включать спутник искусственный Марса, затем аэростат, который будет летать в атмосфере Марса и время от времени садиться на поверхность, и малые метеорологические станции, которые будут находиться, значит, в разных местах и длительное время мерить, значит, вот, мерить скорость ветра, температуру, давление на поверхности Марса. И кроме того, будут еще одна часть этой миссии предполагаемая, это пенетраторы. То есть это космический аппарат типа снаряда, который, значит, падает на грунт и благодаря высокой скорости падения он уходит на некоторую глубину. Тем самым этот снаряд имеет возможность обеспечить доступ к приборам для измерения характеристик грунта на глубине, допустим, порядка одного метра. Сделать, а не так, как американцы. Порядка одного метра. Американцы не делали измерения на большой глубине, но сейчас мы готовы к продолжению этих исследований, потому что мы уже разработали новые методики для исследования как со спутника, так и, значит, с посадочных средств. И мы можем сказать, что, по крайней мере, принципиально мы имеем возможность сделать шаг вперед. Вот, значит, в этом смысл нашей экспедиции 1994 года. Дело в том, что Марс – первая планета, на которой сможет полететь человек. На поверхности имеются доказательства того, что на Марсе текли реки, следовательно, была более плотная атмосфера, и, может быть, на Марсе были условия для зарождения жизни. Примеры снимков поверхности Марса, которые были получены с посадочных аппаратов «Викинга». Вот вы здесь можете видеть такую красноватую пустыню. Да. Я должен сказать, что я как-то летел вот над среднеазиатской пустыней, похоже, и да? Было очень похоже. Вот, да, вот именно так я представлял себе Марс. А вот это? Да, это другой пример, значит, такого же изображения. Их имеется очень много в разных масштабах. И, значит, вот, к сожалению, только вот мы имеем такие снимки для двух мест на поверхности Марса. Если у нас успешно пройдет, значит, полет аэростата над поверхностью Марса, на котором будут телевизионные камеры, то мы получим подобных снимков сотни. Другие последние данные. Нептуну. Явно кольцо вот прослеживается. Видно. Да, вот кольца Нептуна, они были до недавнего времени загадкой. Значит, когда с Земли пытались наблюдать, значит, прохождение звезд вблизи Нептуна, то при этом регистрировались кратковременные затмения. Да, это вот так интерпретировалось как кольца. Но, значит, вот являются ли эти кольца сплошными, и само их существование, вот таких вот сплошных колец, оно подвергалось сомнению. Были получены Voyager 2 при пролете системы Нептуна прекрасные изображения колец. Спасибо большое, Василий Иванович, за интересную содержательную беседу. Ну, на этом позвольте закончить нашу передачу. Всего вам доброго. До свидания.